В поселке совхоза имени Ленина состоялся праздничный концерт, подготовленный силами муниципального центра культуры. Мероприятие планировали провести на День народного единства, но тогда его пришлось отменить в связи с эпидемиологическими ограничениями. И все же руководство центра культуры решило празднику быть. Сейчас, когда здание ДК частично разрушено и законсервировано, работникам культуры приходится проявлять смекалку и активно использовать импровизированные концертные площадки. Одна из них на крыльце кафе у дедушки АУ стала уже постоянной. Темнеет сейчас быстро, и организаторы к этому подготовились. Запаслись, как бы оборудовали палатки и сцену более-менее так, чтобы можно было спокойно проводить мероприятие. Но нам вроде бы уличное освещение должно тоже помочь немножко в этом деле. Помимо традиционных концертных номеров, были подготовлены игры для детей и взрослых. А преподаватель по классу ударных провел мастер-класс. Ровно! Спасибо! В подготовке праздника приняли участие и другие общественные организации поселка. Например, клуб «Золотая осень», который объединяет пенсионеров. Устроили выставку запасов на зиму, экспонаты которой можно было продегустировать.